Всем привет, ребята! Вы на канале GameRules, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Я, ребята, уже немножко погонял, в плане того, что сбегал на виллу, на нашу виллу, короче, нашего дядюшки, и забрал костюм себе Альтаира. То есть у меня он уже был открыт еще в прошлой части, я просто не бегал, не брал его. Так что у меня теперь максимум персонаж прокачанный, у меня самый лучший клинок, который есть, не знаю. Все, что можно, короче, я купил, открыл, прокачал. Так что нам осталось только пройти основные задания. Так, остался один лейтенант, давайте его найдем. Не мешай нам! Флоренция поражена болезнью! И наш долг исцелить ее! Как? Заставляя людей подчиняться воле безумца? Неразумно бросать вызов власть имущим! Да, но мы это исправим. Нет, ты не убьешь меня! Савонарола узнает о твоем предательстве! Стража! Стража! Догнать так дворянина и заставить его замолчать. Сейчас ты умрешь! Я попробую, конечно же, но не факт, что у меня... Покорись Савонароле! Он там, вперед! Получится. Это будет, я думаю, довольно сложно. Хотя мы попробуем сейчас. Я сам жертва. Я не виноват. Нет, ты сделал свой выбор. Он заколдовал меня этой штукой. Лишь потому, что ты ему позволил. Я делаю это ради народа. Покойся с миром. Окей, мы стали инкогнито, плюс сразу выполнение задания. Так, движемся. Последнему, я так понял. Что там нужно сейчас нам будет сделать? Кого-то убить? Стоп, 500. Ты допрыгнул? Красавчик, допрыгнул. Так, пока я здесь, давайте активируем вышечку, чтобы мы могли больше видеть на карте, а то сейчас довольно все туговато у меня с мини-картой, то ничего вообще не показано. Ух ты, блин, я только 34 вышки синхронизировал. Охренеть. Ладно, ребята, в следующий раз я уже включу запись, когда мы прибудем к заданию. Так, вот, ребята, мы добегаем. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Городская стража набирает добровольцев. Ты молодец, отца. И что теперь? Смотри. Тишина! Я требую тишины! Зачем вы здесь? Зачем беспокоите меня? Вам нужно очищать свои дома, очищать себя. Разводите костры, читайте молитвы, кайтесь в грехах. Вы сделаете так, как говорю вам я. Вы покоритесь мне. Нет! Нет! Найди яблоко, Эджу! Оно где-то здесь! Так, добыть яблоко Эдема. Окей, погнали. Эккола, быстрее! За ним! Блин, его еще поймать нужно? Убийца! Не подходи! Должно так, быть совсем другое. Я так понял, не нужно ничего, нужно уходить теперь, да? Да, нужно уйти. Он там, вперед! Блин, сколько же у вас здесь. Так, давайте по крыше. Потому
что понизу уйти от него очень сложно. Так, ну теперь ждем. Блин, конечно, что-то легко. Мы вообще первую цель устранили, когда она убегала, вторую тоже очень быстро. Вот, в принципе, так, ребята, мы очень быстро, легко все выполнили. Так. Что ж, движемся опять к следующему заданию. Посмотрим, кого теперь нужно будет убить. Так, вот мы почти дошли. Господь, взгляни на это святотатство! Как вы обращаетесь с пророком, богохульники, еретики! Вы сгорите в аду! Слышите? Вы сгорите! Интересно, что у нас сейчас будет его. Никто не заслуживает такой мучительной смерти. Как я несчастен! И некого просить в помощи, ибо приступил я законы земные и божеские! Куда мне идти? Кому бежать? Кто сжалится? Это ты! Я знал, что этот день придет. Прошу, будь милостив. Я был. Иди. Бог да будет тебе судьей. Покойся с миром. Селенцо! Селенцо! 22 года назад я стоял здесь и смотрел, как погибают мои родные. Их предали те, кого я звал друзьями. Месть затмила мой разум. Она погубила бы меня, если бы не мудрость тех, кто научил меня управлять своими инстинктами. Они не давали мне ответов, но помогли мне учиться. Нам не нужны хозяева. Ни Медичи, ни Савонаролла. Мы сами вольны выбирать свой путь. Многие хотят отобрать у нас свободу. И многие из вас подчинятся им. Но именно способность выбирать... то, что для нас истинно и делает нас людьми. Ни одна книга, ни один учитель не даст вам ответов, не откроет путь. Выберите свою дорогу. Не идите за мной и ни за кем еще. Память. Интересно, что дальше. Мне кажется, это не конец. Хотя речь, в принципе, была такая годная. Ну, смотрите, так как я говорил, в принципе, не конец. Найдено 15 страниц кодекса. То есть половину нашли. И хотя особо я их не искал. Так, ну что ж, я думаю, опять... чтобы вы не смотрели вот это все перемещение, я немножечко промотаю вот этот сам бег. Так, вот мы дошли до виллы. Тут интересно, куда нам нужно зайти. На второй этаж. Эта зона недоступна. Интересно, почему так?
Или нам нужно вниз спуститься? Ага, смотрите, я не могу... Что зайти. Происходит? Данные повреждены. Нет, не так. Части данных не хватает. Это страницы кодекса. Они все были у Эцио, когда это произошло. Отлично. И где мне их искать? Постой. Похоже, что у Эцио была карта. Должно быть, воспоминания о том, как он нашел ее, были повреждены. И, судя по всему, на карте отмечены места, где находятся страницы кодекса. Охренеть, короче, нам нужно, ребята, собрать все фрагменты. Вау, это... То есть, типа, нас еще заставляют, да, бегать, искать по локациям вот их. Окей, я понял, короче. Ладно, давайте попробуем тогда найти. Посмотрим, откроется ли нам. 15 страниц у нас есть, нужно найти еще 15. Ну что ж, я, наверное, ребята, это все промотаю, потому что это будет само собой неинтересно, как я буду бегать, искать их. Я, то есть, буду сейчас перемещаться по каждому городу и собирать. То есть, это займет довольно много времени, а интересного, в принципе, ничего такого не будет. Так что мы встретимся уже, когда я соберу 30 страниц. И тогда посмотрим, что будет дальше. Начнем мы, соответственно, с... самой Венеции, где-то вот с центра, я думаю, начнем и будем так двигаться по всех городах искать. Ну что ж, ребята, мы нашли 30 страниц кодекса, ну я еще 15 нашел, бегая по локации там Флоренции, боже, да, потом, ну, всех этих городов, которые там были, пособирал. Сейчас посмотрим. Вот, есть, открылось. Мы уже можем зайти. Так, давайте теперь побазарим. Похоже, что тебе еще предстоит расшифровать твои страницы кодекса, племянник. Обратись к Леонардо. Посмотрим, что ему удастся из них извлечь. Только после этого мы сможем. Блин, да ты капец. Леонардо! Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Ага, ты нашел еще одну? Невероятно! Думаю, я нашел ключ. Нужно просто переписать эту строку и... Точно. Держи. Так, есть... Ну, Леонардо нам расшифровал. Так, теперь идем. Эцио! Дядя, время пришло. Закончим то, что вы с моим отцом начали столько лет назад. Верно. Быть может, нам наконец-то удастся понять это пророчество и сорвать планы испанца. Начнем с поисков сокровищницы. Страницы кодекса приведут нас к ней. Давай посмотрим. Так, 7 страниц кодекса на стене, собрал все чати, получите доступ. Угу, блин, интересно. Вращать, а как вращать? Ух ты, блин, здесь, короче, еще нужно, типа, что-то сложить, понял, ну, скорее всего, рисунок какой-то. Да, ребята, а как это? Их, типа, блин, мне кажется, здесь должен быть визурок ассасинов. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. А так оно будет или нет, я вот не знаю.
Ну, по везерунку, блин, я не знаю, что здесь делать. Как бы читать, может. Или что, вообще непонятно. Так, здесь... Нет, здесь сходится. Окей. Ага, вот, смотрите. У меня немножко что-то получается. Угу. Вот, у меня что-то получается. Сейчас мы будем вот так потихонько складывать слово или что здесь. Так, есть. Немножечко есть, склали. Но это не все. Так, вот этот, он здесь не сходится, мне кажется. Вот он сходится. Потом вот. Так вот. Ага, вот так вот. Тут даже, ребята, если что, в углу есть определенные штуки ассасинские. Вот так вот. Я думаю, так. Но все равно что-то у меня не получается. Вот, например, здесь не получается у меня. Вот, вот так, думаю, лучше. Вот, есть, получилось. Блин, проскочил. Так, есть здесь. Так, окей, ну а что дальше? Страница 1. Страница 2. Что здесь? Нет текста, люди, чтобы увидеть изображение. Так, ну я пока что дупля не даю. Собрал сейчас и получу доступ. Так. Ну мы собрали, что дальше? Интересно. Читать я не думаю, что нужно. Может быть, где-то что-то я пропустил. Возможно. Но здесь, смотрите, все красиво идеально сходится. Блин. Поэтому я не думаю, что здесь не так что-то. Хотя вот все возможно. Блин, ну я вообще дупля не тогда не даю, что здесь делать. Абсолютно. Абсолютно без понятия. Ой, блин, ребята, мы же слали, ну почему-то нифига у нас не получается. Так, давайте еще раз смотреть. Пробовать разные варианты, как все это можно сделать. Так что. Вот смотрите, все и вообще идеально. Сложим, блин, как должно быть. Почему он тупит, не хочет выполняться. Абсолютно не понимаю. Значит, где-то что-то не так было. Это карта всего мира. Но на ней изображены страны, которых не существует. Очевидно, они существуют. Думаю, их еще не открыли. Или не открыли заново. Как это может быть? Возможно, ответ мы найдем в сокровищнице. Значит, ты знаешь, где она? Нет. Нет, это невозможно. Похоже, сокровищница в Риме. Значит, испанец. Вот зачем он стал папой римским. Теперь мне все ясно. Он не просто добрался до сокровищницы, но и до посоха. Посоха? В кодексе говорится о двух ключах. Двух частях Эдема, открывающих сокровищницу. Одна из них яблоко. А вторая посох.
Посох папы — это вторая часть Эдема. Мы годами, нет, десятками лет искали ответы на эти вопросы. И теперь мы нашли их. Возможно, испанец тоже их нашел. А если он попадет в сокровищницу, по сравнению с ее содержимым, яблоко — просто детская игрушка. Я отправлюсь в Рим и найду сокровищницу. А чем займетесь вы? Мы будем делать то, что умеем лучше всего. Поднимем смуту, это развяжет тебе руки. Скажи, когда будешь готов, племянник. Да, одно из самых таких тупых заданий. Но я готов, погнали. Эцио, нас ждет Рим. Дай знать, когда будешь готов отправиться в путь. Он, блин, что-то долго подружается. Блин, эта игра, походу, реально бесконечная. Еще одна локация, блин, открывается. Уже, если я не ошибаюсь, пятая или шестая. Еще если сейчас здесь активировать, нужно будет вышки, все это в этом духе, это будет просто пипец. Так, инбосса Альпуну, опять, блядь, что-то вообще по-английски. Так, войдите. Мы попробуем сейчас войти, я, конечно, ничего не обещаю. Так, мы сюда не поднимемся, думаю, нам сюда нужно. Или нет, или я не в ту сторону движусь. Нет, я не в ту, ребята, в сторону движусь. Мне кажется, сюда нужно. А почему он не хватился? Сейчас мне интересно, если честно сказать. Что, попробуем еще раз? Или нет? Или он все равно не... цепится, да? Окей, погнали тогда. Будем обходить это все дело, раз Эдсо не хочет. Ага, нет, значит, все-таки тудой как-то нужно подняться, потому что здесь все закрыто. Здесь все закрыто, но он там не хочет почему-то обхватываться. Блин, ну Эдсо, ну... Охуеть. Так, здесь нет ничего, окей. Вот как ему тогда... Ну, не хватается, блин. Какая-то хрень. Почему? Куда идти здесь? Куда? Вот реально, куда? Охуеть. Просто вот догадайся, блин. Ну вот, блин, вот Эцл, ты меня начинаешь харить, если честно. Вот, наконец-то ты в ту сторону, куда нужно, прыгнул. Так, куда тебе? Сюда нужно. Боже, ну, поднимайся. Я бы сейчас бы просто орал бы, если он бы прыгнул и плюс не ухватился. Так, давайте, может быть, какого-то лучника снимем. Thank you.
есть. И остались вот эти двое, да? Я его знаю. Точно знаю. Вау, Бригвино, кажется. Ну зачем тебе сражаться с ним, если не боишься? Так, хорошо. Так, нужно как-то здесь по-умному сделать, чтобы меня не запалили, плюс еще к всему этому. Потерять, правильно? Беги быстрее, мертвец! Тебе конец! Вау, конечно, как он так сделал, мне просто интересно. Ну, подходи! Убей его! Блин, Эдсо. Я не люблю... Нужно было попробовать все-таки в колодец прыгнуть и убить. Окружай его! Так, есть, убрали. Все-таки я не стелсовый чувак, поэтому... Будем все делать грубо. Камера еще. У него неплохой портной. Боже, как я чуть не спалился. А, в любом случае я палюсь, да? Да, в любом случае, ребята. Я вижу его! Ну, самого такого опасного. Смотрите, как вас учили. Просто окружите. Убегай! Держи его! Уворачивайся, уворачивайся! Вот надо вышника убрать, потому что... Фати Сото! Стрелы — это опасное дело. Так, все, теперь подавливаем, потому что они будут очень долго открывать. Не стек... Блин, жаль, что не клинкаль, что убивает вообще за нового удара. Так, есть один. Сделаем на хп, будем тебя давить. Покончим с этим. Блин. Куидиамо questa faccenda. Ты так и будешь стоять? Sai, le armi servono de là. Так, есть здесь. Ассасино! Ассасино! Ложу! Вот так! Бей его! Бей его! Быстрее! Andiamo! Охуеть! Эккола! Быстрее! За ним! Ладно, тебе придется пешечком. Я могу и так. Не обязательно вступать в бой. Здесь убийца! Закройте ворота! Хоп. Отлично. Почему? Почему ты это? Блядь! Дрилы. Охуеть! Я не вижу. Это просто охуеть. Я успел пробежать. То есть, ну... Успевал, блин, почему я не смог вообще зайти? Это какая-то хуйня. Плюс меня начали избивать, меня залагало, короче, блин, я почему-то вообще не мог двинуться.
онлайн. Блин, ну вот. Давай ты, блядь, тупой лес. Вот смотрите, это пиздец. Возьмем клинки, может быть хотя бы одного убьет. Кого-то. Говнюков я не пропускаю! Здесь убийца! Закройте ворота! Я в любом случае не успеваю, так что будем сражаться. Прикончите его! Как ту ночь, Фальбе! Есть еще. Ну, давай, атакуйте. Отдайте радиации! Отдайте его! Будем хотя бы вот так пробиваться, потому что вот почему-то в этой игре. Блин, я не понимаю, как их можно убить. Но вот это немножко способ. Они все блокируют. Как их можно быстрее убивать, без понятия. На этот раз мама тебе не поможет. Давай, давай, давай. Отлично. Все, я другого способа просто не знаю, вот так будет держать. Медленно, блин, и все тупо гасит. Здесь! Ага, еще там сейчас. Вперед! Блин, а вот кто здесь был, что меня спалили? Наемник? Зачем этот капюшон? Боже, чтобы пробраться в этот Ватикан, это капец просто. Что здесь нужно делать? Блин, это. Ты чё? О-о-о. Я аж пересрал, если честно. Чё-то, блин, начал падать вниз. Что-то ходит. Не может себе место найти, блин. Я постараюсь за эту часть прохождения пройти. Блин, тот еще ходит сзади него. Хотя можно плюнуть, в принципе, не убивать, но мы убьем, чтобы не париться там. Повод. Отлично. Охуеть, смотрите, он просто тупо мимо проскочил. Я уже видел. Вот так, бей его! Давай, ну, еще раз. Не может... Ненавижу. Не лезь! Давай, я не плачу! Черт! За ним! Я хуею, чтобы
вообще трудно это все делать. Иди! Я вижу его! Лачу! Боже, еще толпа людей. Жди, когда ошибаться! Но здесь будет сейчас сложно, потому что... Не латайте его! Здесь самые мощные солдаты. Пошли. Нужно убрать мелких, чтобы нам... О, су! Чтобы нам не мешали, нужно убрать мелких. Потом уже будем думать. Он поскользнется! Блин! Хватайте его! Раз, один есть, хорошо. Еще вот этот остался. Но челефая кальпиру. Закончим это по-быстрому. Будет довольно сложно мне сейчас их убить. Блин, прикиньте, с этих всех я убиваю лишь одного. И все. То есть, ну, жестко. Здесь очень жестко. Бей его! Просто окружите его. Хотя, может, попробовать... Боже, боже, давай разгоряться. Ну, не тупи, блядь, не тупи, я тебя прошу. Попробуем убежать, наверное, ну нафиг. А, нужно стать инкогнито, смотрите, пиздец, короче. А, интересно, они забудут про меня? Подождем. Охуеть. Короче, я открыл ворота, когда стражников здесь еще не убил, прикиньте. В итоге, десинхронизация. Ладно, попробуем еще раз. Ага, вот, смотрите, как меня интересно загрузило. Короче, здесь сразу убило стражников. Ну, по крайней мере, это сэкономило мне ХП и все остальное. Так, пока что движемся. Движемся все аккуратно, все хорошо. Так, давайте быстрее, ребята, подходите. Мы вот бегом в эту компанию, движемся. Так, одного сняли. Хотя можно было... И без этих людей, конечно. Беги, Вия, это безумие! Беги, Вия, это безумие! Блин, здесь убивать сложно, здесь нужно стараться двигаться перебежками. С точки в точке, да. Оп. Вот ты так. Ты когда-нибудь нужно. Видел его? Бонжорно. Как ты думаешь, откуда? Это лицо. Ой-ой-ой-ой, вот это я зря сделал, смотрите. Наемник. Возможно. Ну это я зря. Блин, я не хотел, я случайно хотел просто подвинуть, а в итоге я его ограбил. Да, бывает такое у меня. Ладно, мы все же подужаем это. Это, в принципе, не сложное вообще. Блин, где проход? Я даже не буду ждать, я уже, в принципе, все знаю, так что двигаемся по максимуму быстро. По максимуму это все дело убиваем. Можно, кстати, даже того было не трогать, вот этого сразу убить. Но сделаем типа полную зачистку. Так, движемся сразу же к следующей цели. Проходим. Блять, опять. Идрить твою ты нахуй налево. Что мне теперь делать?
помогите! Меня ограбили! Сука, я дурак. Что, опять меня. Синхронизация, правильно? Я его знаю. Короче, нужно пробел не использовать. Вообще. Так, вот в таких только проходах можно, а так нет. Раз. Хорошо. Еще один наемник. Раз. Он странно одет. Угу. Он еще по колу движется. Блин, как это все сложно. То есть убивать их нельзя. Нужно пройти все это так. Смотрите, это невероятно сложно в плане того, что я и так движусь максимально быстро. При открытии ворот стражник начинает меня палить. И хотя можно, ребят, попробовать его убить. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего. Нормально, я успел пробежать, смотрите, и сохранила. Четко, вообще четко. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца, рожденного прежде всех веков. Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного. Охуеть! Я целого клинки не вытянул. Ребята, вы... У меня такие фейлы, блин, я не знаю, не случались. Пиздец просто. Ладно, пробуем еще раз. Бога, Отца Всемогущего. Это был охренеть, я это прыгнул, клин. Видимого всего и невидимого. Я сейчас еще не удивлюсь, если он, короче, прыгнет мимо. Христа, я упаду сразу. Сына Божия Единородного, от Отца, рожденного прежде всех веков. Так, стоп. Бога целимся. От Бога. Света прыгаем. От света. Бог. Я думал, я выше этого. Все зря. Я ждал слишком долго. Столько потерял. Покойся с миром, ублюдок. Ни за что. Нет! Почему ты еще жив? Понятно. Спасибо, что принес мне яблоко. Давай его сюда. Иди к черту. Да, ты не сдаешься, как и твой отец. Возрадуйся, дитя мое, ибо скоро ты с ним встретишься. Ты отдашь его мне? Как скажешь. Удивительно. Невероятная сила. Но если ты думаешь, что это тебя спасет, то жестоко ошибаешься. Круто вообще. Блин. Ты не остановишь меня! Ни за что! Трюки тебя не спасут! Воу-воу-воу, а как его тогда убить? А, вот, зажал я. Как, по-твоему, сколько ты продержишься? Блин, ну, я вообще ему хп не нанес, нужно отвлекать, короче, пробовать. Правильно, бойся меня! Уходи, ты долбоёб, сука.
Я прикончу тебя, ассасин! Вот так, нужно отвлекать его, потому что по-другому я не вижу, как его убить. Трюки тебя не спасут! Так, нужно, блин, как-то обойти его, сука. Как по-твоему, сколько ты продержишься? Вот, бей, бей, бей его. Так, обходим, обходим. Я прикончу тебя, ассасин! Нет! Ты не остановишь меня! Все кончено, Родриго! Сложи оружие, и тогда обещаю, твоя смерть будет быстрой! В самом деле, Эдсо... А ты? На моем месте ты бы тоже сдался? Сейчас узнаем. Наконец-то. А теперь я разберусь с тобой. Так, найдите тайный проход. Боже мой, ну, Эдсо, стой. Так, убейте Родриго Борджиа и найдите частицы Эдема, окей? Будем Что помнить. Это за место? Откройся, черт побери! Откройся! Все кончено, Родриго. Больше никаких фокусов, никаких артефактов, никакого оружия. Посмотрим, из какого ты теста, старик. Ну что же, если ты этого хочешь. Ну, на кулаках, я думаю, я изи его убью. Точнее, ну... Что тебе нужно в сокровищнице, Родриго? Разве ты не знаешь, что в ней? Неужели могущественные ассасины ничего не поняли? Не поняли чего? Бог. В ней находится Бог. Я должен поверить в то, что Бог живет под Ватиканом. Это логично, разве нет? Бог, живущий в облаках среди поющих ангелов. Это красиво, но истина... Да, более интересно. Допустим, я тебе верю. Но что он сделает, когда ты откроешь дверь? Все равно. Мне нужно не его одобрение, а власть. А он отдаст ее тебе? То, что за этой стеной не устоит против посоха и яблока. Это оружие убьет даже Бога. Бог всеведущ и всемогущ. А ты надеешься одолеть его с помощью древних артефактов? Ты ничего не знаешь. Ты представляешь Бога таким, как он описан в старой книге, описан людьми. Ты, папа, как ты можешь отвергать священный текст своей церкви? Я стал папой, потому что мне нужна власть!
Неужели ты думаешь, что я верю хоть единому слову из этой глупой книжанки? В ней только ложь и суеверие. Вставай, блин. А, его нужно тушить, блин, я не... думал, что он нажать. Нет! Нет! Это мое предназначение! Мое! Это я, пророк! Ты никогда им не был. Давай покончим с этим. Нет. Твоя смерть не воскресит моих родных. С меня довольно. Ничто не истинно. Все дозволено. Покойся с миром. Приветствую, пророк. Покажи нам это, чтобы мы смогли воздать хвалу. Мы должны поговорить. Кто ты? У меня много имен. Когда я умерла, звали Минервой. А до того — Мервой и Мерой, и так далее. Есть и другие. Юнона, которую раньше звали Уни, Юпитер, которого называли Тинья. Вы... боги? Нет, не боги. Просто мы пришли раньше вас. Когда мы были в этом мире, люди пытались объяснить наше существование. Мы были более развитыми. Ваш разум не был к этому готов. Время не пришло. Может, никогда не придет. Неважно. Ты можешь не понимать нас, но наше предупреждение должен понять. Твои слова не имеют смысла. Наши слова не для тебя. О чем ты говоришь? Здесь больше никого нет. Довольно. Я хочу говорить не с тобой, а с помощью тебя. Ты пророк. Ты сыграл свою роль. Ты держишь его здесь, но, пожалуйста, замолчи, и мы сможем поговорить. Слушай. Когда мы были во плоти, а наш дом был цел, вы предали нас, ваших создателей, что подарили вам жизнь. Мы были сильны, но вас было больше, и вы все желали войны. Мы были так заняты земными делами, что не смотрели на небо. А когда посмотрели, мир пылал, пока не сгорел дотла. Тогда и должен был прийти всему конец. Но мы создали вас по своему образу и подобию, способными выжить. И мы выжили. Нас было мало. И вас, и нас. Потребовались жертвы, усилия, сострадание. И мир возродился. И когда вернулась жизнь, мы сделали все, чтобы эта трагедия не повторилась. Но сейчас мы умираем, и время работает против нас,
Истина превратилась в легенду. Наши цели превратно истолкованы. Но это послание сохранит их для потомков. Пусть мои слова подарят кому-то надежду. Найди другие храмы. Тех, кому была ненавистна война. Они защищали нас. Спасали от огня. И если тебе удастся найти их, спасти плоды их трудов, тогда и мир будет спасен. Немедли, ибо времени мало. Остерегайся креста. Многие попытаются встать на твоем пути. Дело сделано. Сообщение доставлено. Мы все ушли из этого мира. Больше мы ничего не можем. Остальное зависит от тебя, Дезмонд. Что? Какой Дезмонд? Ничего не понимаю. Подожди! У меня столько вопросов! Что за черт? Ну что ж, ребята, если вам понравилось прохождение, то подписывайтесь на канал, ставьте под видео палец вверх и всем пока, до новых встреч!